Краткие и полные страдательные причастия. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени имеют полную и краткую форму. В краткой форме они изменяются по числам и родам. Например, стол покрашен, столы покрашены, дом покрашен, стена покрашена, окно покрашено. В предложении краткие страдательные причастия являются сказуемыми. Книга прочитана. Книга, подлежащее, прочитано, сказуемое. Произноси правильно. Взят, взята. Переведен, переведена. Привезен, привезена. Нанесен, нанесена. Создан, создана.